Мы находимся на месте строительства новой транспортной развязки под мостом через Меликеску. Планируется, что она будет находиться в районе между остановками микрорайон Бумажников и Центральная. На данном этапе уже залита часть основания будущей дороги. Оставшуюся часть только начали подготавливать к будущей заливке. Там сейчас выполняются работы по установке ливневых канализаций. Прежде чем закатывать, необходимы все бетонные работы, ливневки, электрика и так далее, все до ума довести. Потому что все остальное это, скажем так, косметика. Это как косметический ремонт. Делается буквально за несколько дней. Но на данный момент речь идет о капитальных работах, скажем так. Планируется, что новая проезжая часть будет с двусторонним движением. Кроме того, обустроят тротуар и установят столбы освещения. Автолюбители с нетерпением ждут завершения строительства новой развязки. Место концентрации ДТП должно стать безопаснее, считают водители. Хорошо улучшает. А как думаете, какие-то неудобства создаются вот в связи с строительством? Ну, небольшие есть, но нормально. Ну, какие? Ну, то, что дорогу немножко уменьшили, а так больше никаких неудобств нету. Была не совсем удобная развязка. Постоянно были пробки, возникали аварийные ситуации. По словам строителей, работы завершены на 70%, поэтому уже в этом году автолюбители смогут оценить качество проезжей части. Христина Балабанова, Кирилл Хабзей, новости Чулно-ТВ.